сможешь ответить. Как тебе, кстати, дорогая, что только ты меня бомбишь вопросами? Да. Ответьте, пожалуйста, как пришла такая идея сделать студию в гостях у клоуна Нафталина? Очень жаль, что ты мне не задал этот вопрос за кадром. У меня было бы время подготовиться с ответом. Конечно, эта идея пришла ко мне очень давно. Я делала какие-то опыты. Все дело в моем образе жизни, который изменился с тех пор, как заболел Алекс. Но ведь раньше я каждый день встречалась с новыми людьми. Они также приходили ко мне в гости, мы делали интервью, но в письменном виде. Так и есть моя книга «Мои прохожие». Я и успевала везде и всюду, и на мероприятия, и так далее. А сейчас я хочу успеть и уделить и сыну время, и одновременно быть с людьми, потому что человек в одиночестве, он деградирует, а творческий человек, которому некуда выплеснуть то, что он сотворил, некуда свою энергию отдавать, он начинает захламляться, он начинает обрастать какими-то комплексами, капризами и так далее. Я прекрасно это понимая, решила, что это же очень выгодно. То есть одновременно я вижу, новых встречаю, людей. Не обязательно новых, не, ну, я встречаюсь, новые лица, да, новые лица дня. И они со мной встречаются, потому что мы представляем взаимоинтерес. Вот когда я буду никому не интересна, я буду сидеть и не высовываться. А до тех пор знайте, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы все равно будете думать и обо мне, потому что я существую волей-неволей в жизни каждого из вас, который смотрит эту передачу. Ведь вы не зря ее смотрите. Вам интересно, что же там происходит. И даже не то, что мы говорим здесь. Вы будете звонить или писать письма в личку, а что же она там делала, как она там жила, а что было на столе, а что вы пили, что вы ели, о чем вы говорили за кадром, а какие-то ты, потому что вам это интересно. Вот до тех пор, пока вам это интересно, друзья и враги, спасибо всем за неравнодушие, до тех пор я буду делать что-то, чтобы оправдать ваш интерес, потому что потом что вы будете делать без меня? Вам будет скучно. А так у вас есть тема для разговора. Скука – самый главный враг человечества. 100%. Я вас избавляю от серой моли скуки, поэтому есть клоун Нафталин. Борец с молью скуки и стереотипами. Никаких стереотипов, никакой моли. Вперед, дерзаем, совершаем новые авантюры, и чтобы у нас все получилось, и чтобы у нас даже, честное слово, я люблю даже моих врагов. Они меня подталкивают к новым безумным идеям. Так хочу им показать, что я могу еще и это, и это.